просто плекшу. Вы же знаете, что это такое? Если нет, то вот, молодежный словарик в интернете гласит, что флексить – это значит ритмично двигаться под музыку. А знают ли уландэнцы новомодные слова и что думают о современной молодежи, узнаем сегодня в нашей рубрике «Улан-Удэ Лайф». Вам нравится больше, когда вас фоловят или когда вы фоловите? Ни то, ни другое. А это не надо трогать, да? Да, это желательно мне держать. Часто ли вы испытываете кринж? Я не понимаю, что вы говорите, на каком это языке вообще? Вам когда-то было кринжово? Как кринжово? Я услышала, что вы ели шаурму. Как дела? Нормально. У меня тоже ничего. Ну, а меня Алекс зовут. А меня Лера. А его? Линчин. Мы просто обсуждали, сравнивали питерскую шаурму, шаверму точнее, и московскую шаурму. И мы нас так как-то в контексте поймали. И где лучше все-таки? Питер. В Петербурге, да. Кринж, ух ты, новые словечки пошли. Как думаешь, что это значит? Почти на букву «Х», да? Когда плохо, ну, сейчас мне не так уж. Можно и так сказать. Молодежь разная сейчас. Вы, например, добрая. Да? Да. А как вы поняли? По лицу, по улыбке, по глазкам. Молодежь – потерянное поколение или крутые ребята? Прекрасные. Правильно, что? Как вы говорите, как потеряно может быть? Про себя говорите, что потеряно. Что-то теряетесь, что ли? Я-то не теряюсь, а вот... Есть люди, да? Мнение такое есть. Очки модные. Спасибо, я думал их снять. Можно померить? Не, они это индивидуальные. Жадные, значит? Да. Ну, и... Девушки видят вас, они за вас замуж не пойдут. Уверен? Да. Я уже женат. Не урыл, а закопал. Флекс, флекс, быстро, пожалуйста, быстрее. И что вы это ходите здесь? А ты что ходишь тут? Я на остановку. А мы просто гуляем. Ты мой краш. Она певица. Я не знаю, это шантаж. Я приду одна. Я не знаю. Я знаю твой этаж. Что такое краш вообще? Да, это любимый человек. Человек, который тебе нравится. Флекс, что это? Танцы, танцы. Я не знаю, я отстала. Танцы же это. Рофл. Ой, шутить? Я шучу. Часто ли вы рофлите? Ну да, особенно такие гейские шутки. Гейские? Да. Например? Могу друга за руку взять. Как бы вы отнеслись, если бы узнали, что ваш друг гетеросексуал? Ну, нормально. Я тоже гетеросексуал, да. Ваш друг гетеросексуал. Что вы скажете ему? Вы с ним дружили 10 лет, и он такой, раз, я гетеросексуал. Сейчас если бы я узнал, перестал общаться бы. У вас есть друг? Ну да, может. Ну, а еще есть друг? Да. Как его зовут? Ачир. Вот Ачир, кстати, вы идете за Ачиром. И он говорит, ребят, короче, хочу признаться, я гетеросексуал. Ты бы не удивился. Что вы скажете Ачиру? Ну, если честно, я бы не сильно бы удивился. Я подожду. Я особенно умного ничего не могу сказать. Не, нам так и надо. Мы умных-то не особо любим. Да. А значит, я попался. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Сумочка моя не ушла. Можешь объявить победителя прошлого Улан-Удэ Лайфа? Это как? Скажи, кстати, победителем прошлого Улан-Удэ Лайфа стал вот этот комментарий. И покажи его для себя. Победитель прошлого Улан-Удэ Лайфа стал
этот комментарий? Да. И все. Поздравляем, подарок от наших друзей. Сети доставки суши и роллов Йоби да Йоби ваш. Молодежный Лонды Лайф подошел к концу. Оставляйте комментарии под этим роликом, и самый залайканный получит приз от наших корешей сети доставки суши и роллов Йоби да Йоби. Мы начали этот сюжет с флекса, и мы и закончим.